Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, и у нас скоро на сервере Arc Core Vibe, когда я записывал предыдущий выпуск с инкубацией Птера, я об этом, честно говоря, абсолютно не знал, ну и даже не знаю, был ли он запланирован или нет, или было о нем оповещение. Так что мы тут совсем недалеко с Биг Боссом, с Ваней нашли металлическую базу, там немножко органики, хотим просто слетать порейдить, потому что, ну просто чуть-чуть поразвлекаться, надеюсь, что вам понравится. В общем, мы решили взять с собой Кецеля, одного Тирекса, самого сильного у него где-то 20 тысяч хп, просто для защиты, чтобы, собственно говоря, он танковал, а мы немножко поразвлекаемся. И да, не после вайпа, не забывайте заходить на сервак, мы продолжим играть на центре, все будет с нуля, и все будет по-честному, я вас всех жду, будем играть все вместе, надеюсь, что вы присоединитесь. Подготовились мы к рейду нормально, в принципе, есть у меня 3 ракетницы зеленых, 21 ракета, у Биг Босса пару синеньких ракетниц, тоже 21 ракета, штурмовая винтовочка, есть еда, есть вода, все хорошо, полетели, ракеты забыл, красава. Это мы, ты только нам не мешай, давай лети по своим делам. Первый предупредительный воздух. Все, отогнал вроде. Так, вот небольшая база, просто очень недалеко от нас. Стоит защита. Окей, давай. Сейчас танканем Рексом и попытаемся быстренько разнести. Нужно быстро перезарядить, я думаю, вторую ракетницу. Чтобы можно было по-быстрому разносить их. Отлично, он пошел сам вперед на Рексе. Ну что, как у тебя дела? Нормально все? Жахнуть по ним? Давайте жахнем. Одну разнес. Да, быренько сейчас вторую. Вторую убрал. Там еще парочка была. Отлично, открыли внутрь вход. Сейчас сверху еще одну снимем. Вон стоит. Сейчас мы вот так вот над ней возьмем. Ракета опустится, я думаю, прямо в нее попадет. Нет? Нет, не попало. Нужно еще ниже взять. Сейчас попробуем чуть подальше отойти. И вот так вот. Есть, точнёхонько. Точнёхонько в растение X попали. И где-то еще одна должна быть. Где-то должна быть еще одна. Если не ошибаюсь. Не, не вижу. Здесь у нас что? Так, там у нас динозавры внутри стоят, я понял. Что здесь происходит? Много интересного. Сейчас Кецеля приведу. Все вышло легко и быстро. И без проблем. И вроде разнесли всю защиту. Давай, садись. Полетели туда. Да, сверху все полностью уничтожили. Отлично. Защиты не осталось. Подогнал Кецеля. Сейчас попытаюсь убрать все, что тут есть. Что у нас тут? Трайк. Там Птер сидит. Бабам! Нормально, живем. Уау! Хорош! Что тут еще? Анкил живой, да? Бам! Есть, все, отлично. Больше никого живого не осталось. Что-нибудь внутри интересное было, полезное? Нет, здесь ничего интересного нету. Нет, здесь ничего интересного в них не было. Парочку удобрений. Еще один ящик для компоста, еще пару удобрений. Да меня тут, понимаешь, замучили на других серваках. Я теперь отыгрываться здесь буду. Пошли в задницу. Вау, 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 вау. Тихо, 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 тихо. Топаешь тут так. Сколько меня рейдили на всяких разных серваках. Все, нужно завязывать, быть милым и добрым. Тоже начинать всех рейдить. Пошло все нафиг. Так, здесь что у нас? И еще огромная куча удобрений. Замечательно. Не придется самим делать.
Так, что у нас интересного внутри? О, бинго, 600 металла. Ну, 500. Нормальненько так, 500 металла, дофигища цементной пасты вынесли, всякое оружие. Вон, краски тоже заберем, пригодятся. Что творится? Понял. Сверху турель. Где сверху турель, не понял. Только где она? Бам, и нет турели. Все, нет турели, я убрал генератор. Все хорошо. Ба, все, обсыпалась красота. Слипер там лежит, нет. Смотрите, вот дверь 6250. Мне интересно, как быстро ее можно вынести с ракетницы. Да, попробуем, 6250. Раз ракета, она почти вынесена. Так. Два ракета. Ну да, с двух ракет выносятся двери. Замечательно. Больше ничего интересного здесь не осталось. Так, фигня. Ну, например, цементную пасту можно забрать. Это можно забрать. Так, секунду. Ну, тут... Это все ерунда. Ну, вот карбонемис сиреневый можно забрать. Скорпион синий забираем. Рации нам не нужны. Это все у нас есть. Это нам не нужно. Этого у нас дофига. Все, погнали. Отлично. Эй, тихо, стоп. Куда погнали? Без меня. Так, тихо, аккуратно. Ну что, и полетели домой, отлично. Вот такой вот небольшой рейд получился. Ну, довольно-таки успешный, вытащили металл. Вытащили много интересных вещей. Не оставили ничего целого за собой. Ну, собственно, так как и поступали все время со мной. Будем немножко теперь рейдить, уж коли меня все время меня рейдили, убивали. Хватит быть добреньким, тоже будем рейдить и убивать. И мы решили еще сгонять, убить босса, попытаться убить босса-паука. Честно говоря, я даже не видел видео, как это делается, мы ни разу не пробовали. У нас был знаток Ваня, Биг Босс, но у него реально проблемы, и поэтому он там не смог с нами поприсутствовать. Спасибо админу сервера за то, что помог с некоторыми артефактами, дал нам артефакты, чтобы призвать босса. Но, честно говоря, у меня есть устойчивое ощущение, что мы сейчас с енотом абсолютно зафейлимся, потому что... Мы вообще об этом ничего не знаем, просто сейчас пойдем и посмотрим, что из себя представляет босс. А потом, чуть-чуть позднее, когда уже будет вайп, на серваке будут, кстати, рейты X2 после вайпа, мы разовьемся, сами добудем себе нужные артефакты и сами пойдем убивать нормально боссов, уже без помощи, я думаю, и все сделаем по-нормальному, босс у нас обязательно ляжет. А сейчас пойдемте немножко посмотрим, что вообще он из себя представляет. Учти, там, если это будет паучиха, то у нее будет много паучков, паучки плюются паутиной, именно плюются. Так очень неприятно, из паутины нужно выворачиваться, иначе тебя застопорит. Но это я как, ну, в принципе, ну, предполагаю, я на 100% не знаю, но самое главное просто с ними не залупаться, чтобы у нас наши зверюги били матушку их, а мы уже будем стрелять. Что с остальными делать? Там есть еще дракон и обезьян. Что с ними делать, я без понятия. Вообще, я не знаю сейчас, кто призовется. Скорее всего, паучиха, я думаю. Ну, что ты там? Как? Так, ну, в принципе, я вроде как готов. Сейчас я тебя включу сразу. Так, все. Готов. Ты либо готов, или не готов. Не готов. А тут нельзя готовиться, я не знаю, что. Я, короче, запись включил, все включил, жду команды. Там я подредактирую. Как говорил мастер Йода, делай или не делай. Все, погнали, открываю портал. Так. Ну да. Все, я нажал. Значит, покуда будет один карнотавр, мать его, ё. Прикол. Будет плохо. Быстро. Чё ты свистишь-то? Ты не то свистишь. Унать эту мишки, я застрял. Да, ты был, скорее всего, абсолютно нахрен прав. Ты был абсолютно прав. Все, нас сейчас положат. Это полбеды. Можешь меня вытащить? Я застрял. Это полбеды. Я застрял. Это эпик фейл. Мишки нет, ничего нет. Хорошо, тебя посадило на кол. Это вообще жесть. Ладно, помогу, господи. Я постараюсь. О, отлично, есть, да. А этим тебе, наверное, навряд ли я тебе помогу этим. Тем более он сломался. Пробуй. Да господи, на тебе, на, вот я тебе дам. На, садись на него. А, вот, давай пробуем, да.
Ой, как хорошо. Ой-ой-ой. Но на самом деле нам с тобой трындец, потому что ни один из тех кар, на который должен был сюда попасть, то есть, пардон, тирексов, они сюда не попали. Попали сюда, нет, черти один... кто. Это вообще, это полная фигня. Это на самом деле полная фигня. Ой. Они нам абсолютно не помогут ничего сделать. Да. Ну, давайте попробуем. Ну, пошли, фейланемся-то с тобой. Ну, это все, это уже все. Это эпик фейл. Ну, в любом случае. Опа, вот пёлочка твоя. Патроны здесь. Так, что ты пьёшь? Патроны берешь или нет? Я тебе говорю, патроны бери. Не-не, у меня есть. Ну, как хочешь. Громко. Громко. Это вообще жесть. Ты стрелять-то в него будешь? Я буду, я громкость убавил, потому что это вообще жесть какая-то была. У меня же заглючило всё. Так, что делаем? Стреляй в нее. Так, смотри, Карканыч у нас пошел. Погнали. Стреляй в нее. Я в процессе. Под яд не попадай. Вижу. Не знаю, что из этого всего выйдет. Ничего не выйдет. Они сейчас отъедут. Думаешь, все уже так быстро? Да. Так, вот это плохо. Все, нету у нас карнозавра нашего. Слушай, а мы... Так, вижу. Я без понятия, что там будет происходить. Нету нашей телочки. А мы чем дальше, тем же лучше. Она пока там закавывает, пока это. Еще что-нибудь. Да, черт. Это будет фейл. Какие нахер 20 минут. Я знал, что надо было, конечно, блин, но тут мы локанулись. Не успели мы загнать. А чё? Ай, ё-моё. Мы успели загнать, не тех взяло. Надо было просто туда загонять только тирексов. Оно взяло только двух динозавров. Ваня нам об этом не сказал. А мы с тобой не читали никакой информации. 400-й левел. Насрать на них. Сейчас она будет меня плеваться. Всё, вау! Яд, нет, нормально уже. Подожди, я травлю, уже все парит. Как узнать, сколько у нее КП? Без разницы, 200 тысяч. Или 250. Ох, ё-моё, что случилось? Сломалось все нахер. Да, у меня точно сломается. А у меня все сломалось, уже. Яд вот попёр. Такая будет короткая серия, вот это будет наш эпик, просто жестокий фейл. Это жесть, конечно. Мы не сдаемся, мы боремся, мы кузяку стреляем. Давно дети бегают, дебилы. Не, наплюю. Господи, а. Слушай, на ней бей. Даже крови нету, прикинь. Все, черт. Так, нет, я пока в отключке, но меня сейчас съедет, все, меня съели. Они меня мгновенно нажали. Я тебя понял. Я резус? Нет, это все. Это бесполезняк. Без тех тирексов, без танков ее убить невозможно. Подожди, у нас тут... Да давай, потом руки рассмотришь в паркомат херах. Черт. Так, я сейчас попробую добежать. Если я смогу туда опять залезть на второй раз, то это будет хорошо. Нет, маловероятно. 25 минут есть, можно 25 минут. Много раз должно быть, давай посмотрим. Одна попытка, считай, 20 минут, все, больше не будет. Дальше и новые артефакты. И пока бегай. Падла. Ну, скорее всего, да. Как ты умер, я не понял. Да как? Ты у меня съели, все, да, я не могу зайти. Артефакты. А ты что, не бегал от них, что ли? Да, какой не бегал? Бегал. Меня в нокаут отправили, они меня съели. Только господи. Я не был, отправил в нокаут. Да, вот наши динозавры, вот наша ВДВ, вот наш Балу, вот наша Тёта, Люсия 250, и вот наш Эдвин. И мы эпично слились. Но, с другой стороны, знаете, я думаю, мы бы слились с ними, потому что сколько мы дамагу нанесли, ну, пускай. Хер на него, пускай там... Три динозавра. Я 4, много дамага нанес. 4. Ну да, вот такой вот мега эпичный босс. И теперь я понимаю, что мы бы точно не справились. Даже втроем бы навряд ли справились. Нам нужно было бы гораздо-гораздо больше высокоуровневых динозавров. Гораздо больше оружия. Желательно какие-нибудь очень сильные винтовки. Очень-очень мощные. А возможно даже и стрелять в нее из гранатометов. Или что-то типа того. А на этом давайте этот выпуск завершать. Огромное спасибо за внимание. Конечно, он получился коротким, но все-таки очень насыщенным. Я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте.
забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Скоро будет вайп сервера, мы на нем начнем играть. Начнем играть абсолютно точно я, Биг Босс, это Ваня и Енот Вова. Соответственно, будем играть, развиваться, присоединяйтесь. Я думаю, что мы справимся, что мы сможем сделать себе вот такую вот базу сами. И тогда уже по-нормальному, серьезно сходим на босса и убьем его. А на этом все, друзья. Удачи, пока. Надеюсь, я вижу вас в будущих выпусках.